простите меня, что так долго не выходила. Алекса, дорогая, с днем рождения. Я сейчас открою. Мама, это кто? Это твоя новая семья. Это твой папа. Это твоя сестра Рита. Вечером вам папа привезет учебники, и завтра вы пойдете в школу. Я не смогу вас разбудить, поэтому скажешь, Алекс. Угу. А мы завтра разве не идем в школу? Нет. Да, мам. Ага, 41. Вот же он. Простите за опоздание. Миледи, как вы могли опоздать на мой священный урок? На 24 минуты и 31 секунду. Извините меня, пожалуйста, я немного проспала и у меня пропали вещи. Твои проблемы. Ладно, иди садись на первую парту первого ряда. Хорошо. Прости, Рит, что тебя перебили. Да ладно, ничего страшного. Ладно, иди садись. Ладно, продолжим наш заинтригованный урок, который был резко прерван. Чего? Меня зовут Люся, а тебя? Алекс. А как зовут учителя? Ольга Александровна. Она ничего не рада. Что тебе, Рита? Алекс и Люси разговаривают на уроке. Люси и Алекс Вуд, а ну-ка повернитесь. Если еще раз будете разговаривать, вылетите из класса вон. Привет. Господи. А, да, кстати, познакомься. Макс, это Алекс. Алекс, это Макс. Очень приятно. Мне тоже. Макс, давай покажем Алекс нашу школу и про всех все расскажем. Стоп. Господи, биология! Ну что, я тебе сейчас покажу. Все. Угу. Так вот, я сейчас тебе покажу наших прыщей школы. Каких еще прыщей? Короче, главных личностей, от которых очень сложно избавиться. Понятно. Так, а вот и наши самые первые, вот, смотри. Они тут не самые главные, но тоже свою роль имеют. Это Челси и Кристина. А вот и новенькая. Скорее всего, это их новая подруга. Ну, Рита вроде как, если я не забыл. А это спортсмены. Мускулы есть, а мозгов ноль. Это Антон, это Джефф, а это самый главный Роберт. Ну, вроде как-то так. Хотя, постой. Господи, самые главные прыщи пришли. Трудновыводящие? Мелко сказано. Это Ева, это Анжелика, а это самая скромная и спокойная Яна. Но она тут самая новенькая, поэтому она не такая, как они. Ну, понятно. Сорян. Ты что, уже сдала? Угу. Четверка у меня теперь. Завидуйте молча. Молодец. Гоу столовку хавать. Ушли отсюда живо. Помолчи. Ну что, пошлите. Угу. А!
Гидродон. Ну вы что, совсем уже оборзили? Человек окнул. Мусорка! Да, кстати, ты, видимо, хочешь искупаться. Придурки! Дебил! Чё? Гений чистой красоты? Спасибо, что заступился. Не стоит благодарности. Ну, а теперь держи. Я сейчас по-быстрому в туалет схожу. Ну, привет. Здрасте. А ты не хочешь искупаться? Челси, отстань. Огусь. Рит? Да? Раз уж ты в нашей команде, покажи, на что ты способна. Да запросто. Отпусти меня, отпусти! Ладно, этого достаточно, побежали. Ты в порядке? Я искупалась в унитазе, а у меня был поцелуй с раковиной. Ладно, я, пожалуй, домой.